Нам каждый месяц приходится проходить череду испытаний, прежде чем оплатить счета. Собрать всю пыль, увидеть в темноте несколько еле заметных цифр, потом еще нужно передать данные в управляющую компанию. Но Салихант этот способ уходит в прошлое. С помощью специального приложения вы легко сможете посмотреть все ваши показания. Счетчики Элихант. Удобно и просто. Ваш счетчик установлен в труднодоступном месте? Вы устали пробираться к нему, чтобы разглядеть цифры? Часто забываете отправить данные в управляющую или ресурсоснабжающую организацию вовремя? Элихант представляет удобный способ передачи данных с ваших приборов учета газа и воды. Наши счетчики сделают это самостоятельно. Со счетчиками Элихант вы можете увидеть актуальные показания на своем смартфоне или выносном дисплее, который вы можете установить в удобном для вас месте. Кроме того, мы сами отправим показания в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию абсолютно бесплатно. Наше приложение поддерживается на устройствах с Android и iOS. Мы предлагаем счетчики воды и газа с беспроводной передачей данных по доступной цене, с внушительным сроком службы и интервалом между проверками. Наши устройства широко представлены на рынке, и вы можете купить их у представителей в вашем городе или сделать заказ на нашем сайте elihant.ru. Не мучайте себя трудоемким процессом сбора, расчета и передачи показаний. Посвятите свое время и финансы более важным вещам. Счетчики Элихант. Умные счетчики в каждый дом.
Ты на кого похож? Ты посмотри, посмотри на свои руки. Ну-ка давай быстро в ванну. Сава, ты где там? Пирожки остывают. Ты зачем воду льешь? Ты знаешь, сколько сейчас горячая вода стоит? Так она же еще холодная. Нам установили умные счетчики Элихант. Счетчик Элихант поможет вам сэкономить. Ведь воду ниже 40 градусов он учитывает как холодную. И теперь мы платим за горячую воду только тогда, когда она горячая. Счетчики Элихант. Удобно и просто. У вас установлен счетчик газа Элихант? Вы хотите посмотреть показания, но не знаете, как и что делать. Нажимаем кнопку на дисплее и видим первую информацию. В первых строках название и тип счетчика, а ниже – текущий месяц и год. Самыми крупными цифрами отображаются показания расхода газа на текущий момент в кубических метрах. Именно их мы каждый месяц пишем в квитанциях на оплату. Нажимаем кнопку «Еще раз», и на экране счетчика отображается QR-код. Сканируем его приложением «Счетчики Элихант», которое можно найти в Google Play или Apple Store. Не забудьте предоставить приложению нужные разрешения. В приложении сможем увидеть текущие показания. Если нажать кнопку «Еще один раз», то мы видим статистику расхода за предыдущие месяцы. Еще одно нажатие и еще 6 месяцев. Счетчик Элихант бережно хранит информацию о показаниях за целый год. На следующем экране отобразится номер счетчика и дата поверки. Если нажать несколько раз в течение 1-2 секунд, то экран счетчика повернется на 90 градусов. Повторяем это столько раз, сколько будет нужно для удобного снятия показаний со счетчика Элихант. С помощью приложения вы можете передавать данные в свою управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Напишите нам на info@elihant.ru номер вашего счетчика СГБ, данные своей ресурсоснабжающей или управляющей компании, и мы свяжемся с ними, создадим для них личный кабинет и научим работать в нем. Ежемесячное сканирование QR-кода освободит вас от необходимости самостоятельной передачи данных. Элихант. Умные счетчики в каждый дом. Как работает система передачи данных со счетчиков Элихант? Все очень просто. В линейке продуктов Элихант есть счетчики, которые передают данные на ваш смартфон через Bluetooth. Это и счетчики воды, и счетчики газа. Для начала скачаем приложение на смартфон через Google Play или App Store, набрав в поиске «Счетчики Элихант». Установим его и дадим необходимые для работы разрешения. После установки приложения начинает поиск счетчиков, находящихся в зоне действия Bluetooth. Также вы можете добавить счетчики самостоятельно, отсканировав QR-код со стикера счетчика. Подтвердите выбор счетчиков и готово. Приложение собирает и передает в зашифрованном виде на сервер Элихант данные о типе, серийном номере, текущем расходе и времени передачи информации с ваших счетчиков. На сервере информация расшифровывается, обрабатывается и попадает в кабинет той ресурсоснабжающей организации, в которой зарегистрирован счетчик. Если вы хотите добавить свой счетчик, напишите нам на info@elihant.ru номер и тип вашего счетчика, данные своей ресурсоснабжающей или управляющей компании, и мы свяжемся с ними, создадим для них личный кабинет и научим работать в нем, либо добавим информацию в уже существующий. Элихант. Умные счетчики в каждый дом.